Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха. Под таким названием в Азербайджане проходит долгожданная международная выставка. Сегодня заключительный день выставки, которая привлекла внимание как местных, так и зарубежных компаний и организаций. Из Бакинского экспоцентра с нами на связь выходит Лидия Молодцова. Все подробности у нее. Здравствуй, Лида. Пожалуйста, тебе слово. Лида. Тели, здравствуйте. Как вы отметили, мы сейчас находимся в Бакинском экспоцентре на первой азербайджанской международной выставке «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха», приоритетной задачей которой является возрождение освобожденных земель. Хотелось бы отметить, что сегодня третий заключительный день выставки, в которой принимает участие 279 компаний из 17 стран мира, и большинство из них заинтересованы в восстановлении освобожденных территорий. Интерес к выставке проявили как местные, так и зарубежные компании. И сейчас мы поговорим об итогах выставки с представителем Caspian Event Organizers Зариной Мамедовой. Зарина Ханум, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что позвали нас. Зарина Ханум, проведение выставочных мероприятий позволяет реализовать ряд задач. То есть это, во-первых, стимулирует развитие экономики, привлекает внимание зарубежных партнеров, да, ну и также новые проекты, инновационные технологии. Удалось ли реализовать на данной выставке поставленные задачи? Прошу. Еще раз здравствуйте. Спасибо большое, что дали возможность дать интервью вашему каналу. Вот уже третий день проходит выставка «Rebuild Карабах», «Баку Билд» и «Акватерм». Выставка «Rebuild Карабах» — это очень долгожданное мероприятие для нас, которое мы ждали более 30 лет. И я уверена, что каждый участник выставки, каждый гражданин Азербайджанской республики готов сделать свой вклад в восстановление, в развитие данного региона. Что касается итогов. По итогам двух дней можно сказать, что выставка прошла успешно. Мы получаем очень много позитивных отзывов как от участников выставки, так и от посетителей. На стендах, как вы можете сами заметить, идут переговоры активные. Здесь представлено 279 компаний из 17 стран мира. Представлены у нас 9 национальных групп. Можно перечислить такие страны, как Турция, Белоруссия, Израиль, Грузия представлена у нас. Из России представлено очень много региональных групп. Перечислять их не буду, приходите сами, посмотрите. Здесь и Татарстан, и Чувашия представлено, очень много. Также представлены у нас Объединенные Арабские Эмираты, Германия представлена. На этих национальных группах представлены уже различные компании. На выставке представлено очень много секторов. Здесь представлены компании из сельскохозяйственного сектора, сектора телекоммуникаций, энергетики, транспорта. Широко представлен сектор дорожной инфраструктуры. Компании представляют на своих стендах различные проекты. Например, на стенде Министерства сельского хозяйства представлен проект «Умного села». На выставке также вы можете познакомиться с проектом нового аэропорта у нас. Также сектор «Зеленая энергетика». На все три дня выставки запланирована была у нас активная деловая и культурная программа. Например, буквально вчера у нас прошли двусторонние встречи между участниками выставки и посетителями. На сегодня также представлена культурная и деловая программа. Все, кто желает посетить нашу выставку сегодня, добро пожаловать к нам. Выставка работает до 16:00. Спасибо большое. Спасибо большое, Зарина Ханум, что согласились дать нам интервью. А я напоминаю, что более подробно об итогах Азербайджанской международной выставки мы расскажем в следующем выпуске новостей. Студия. Спасибо большое. На связи со студией была Лидия Молодцова.